Детали совместного проекта обсудили на специальном совещании представители избиркома города и управления по образованию курорта. Специальный курс рассчитан на учащихся 9-11 классов. Он будет называться «Избирательное право и избирательный процесс в России». В реализации проекта будут участвовать 15 школ города. У некоторых школ это будет специальные элективные курсы, которые рассчитаны на 34 часа, а некоторые школы будут изучать избирательное право на внеклассных часах. Изучение избирательного права поможет нашим будущим избирателям, активным гражданам нашей страны не только успешно сдать экзамен по обществознанию в ближайшее время, но также исполнять свои конституционные права. Подобные курсы повысят правовую грамотность молодого поколения, уверены авторы курса. Молодежь сегодня аполитично, отмечают в избиркоме. Между тем, из 350 тысяч зарегистрированных в Сочи с правом голоса, 110 тысяч – это молодые избиратели, которые по статистике неохотно идут на выборы. Ряд мероприятий, которые мы проводим уже традиционно, можно считать системой нашей правовой работы. Это и интеллектуальная игра, избирательный лабиринт, и наша зональная олимпиада для школьников «Я гражданин России». В завершении совещания между избиркомом курорта и управлением по образованию было подписано соглашение о взаимодействии, направленное на повышение уровня правовой культуры молодежи.